Наш дневник по гелику продолжается. Кто бы подумал? Все, наверное, решили, что мы бросили. А мы продолжаем. Итак, гелик, бэкспин, урок какой-то там, номер 10-20-35. Да. И мы начинаем с классического бэкспина. Марат три раза, я три раза. Гоу. Я три раза, причем... Нет, ну, пока просто полоборота. Позвориться. На весь интернет. Идеально. Позвориться? Ну ладно, там ссылочка снизу надо поставить. Да. Так, сейчас мы расположим камеру, разместим так, чтобы было видно Марата. О, вот отлично. Пока Данил Кехия. Отлично, отлично, между прочим. Еще два раза так. Вот, пока Данил Кехия в Москве, мы делаем простое подводящее. Мах, присед. Придет еще раз. Еще раз. Я буду делать то же самое. И сел. Вот что у Марата круто. В конце все заканчивается, пресс работает. Что не круто? Зрители, которые смотрят наши видосы, знают. В момент, когда махнул, свел ноги. Ты когда машешь, ты сводишь ноги. Вот здесь, да. Мах. Окей. Сейчас я буду. Что придет? Не давай, сам не пройдет. Отдыхай. Не надо все делать заранее. Смотри, как Марат у тебя получил. Сделал мах, ты супер, вот здесь свел ноги. И потом такая. Как будто все было нормально. То есть ты не вел их, если ты сделал так. Понял. А как у тебя это происходит? Все время разведенные. Ноги разведенные, ноги прямые, жопа над землей. Три правила преграды. Я его делал. Ты знаешь, надо снять, как делать не надо и как надо. Я думаю, что за расстояние ждет. Ой. Это еще мы даже до гелика не дошли. Ебой, Марат, вперед. Хотя бы один. А мы смотрим на ноги. Вся. Отлично. Знаете, вот между прочим, это уже частично выполненный бэкспин без группировки. И снова выполнен. Еще разок. Марат, запоминай ощущения. Ты все делаешь нормально. Что сейчас не так было? У тебя сейчас была одна прям точковая ошибка. Ты вначале ногу вместо того, чтобы вести вдоль земли, повел вверх. И тебя сразу закрутило. Да. Вдоль земли до предела. Отлично. Кроме вот того, что ты сделал так. Но очень плохо. Давай еще раз, еще раз. Хорошо получается. Мы к этому шли много месяцев, наши зрители знают. Ну. Мах, держи, держи. Yeah. А между прочим, очень неплохо. Еще раз. Какой мой отказ получили? Без рук. Ну, или я даже не сеть. Если не сердишься, то все. А, заканчивается. Складно. Посмотри, как ты можешь. Руки поедут на дверь. Если ты вот это сделаешь сегодня, это будет идеально проблема. А потом просто берешь руки и все. Пробуй тряд. Крутишься, тыкаешь. Ноги садишься. Ну, типа, я больше не играл. Сейчас поймешь. Если ты это сделаешь хоть раз, за сегодня это будет большой прогресс. Гоу, 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 гоу. Есть, есть. Это ноль. Нам надо, чтобы ты завис в конце в складке, а не сел. То же самое, но в складке завис. Ты сейчас делал то, что до этого делал. Это мы уже прошли. Двигаемся дальше. Хватит садиться в конце, в складке зависни. Да, ну и все. Прием, Марат. Все равно доделай. О, отлично. А ты мог даже не держаться руками. Давай еще два раза. Ты просто сам сейчас вывез. Ты без рук сделал. Каждый парень должен научиться однажды это делать без рук.
Херня, нога пошла вверх, вместо вдоль, в земли. Еще разок. Это со стороны вообще капец как все видно. Вдоль земли, вдоль земли, вдоль земли. Отлично. Держись, 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 держись. Пойдет. Давай еще. Запоминай ощущения. Крутяк, крутяк. Отлично. Вдоль земли, держись. Мы уже опередили план. Марат сделал то, что надо было сделать на следующем занятии. Ты просто сделал. Офигеть. Смотри. Вот иди сюда, Марат. Вот сейчас последний раз. Марат, в принципе, сделал бэкспин полностью. Бэкспин и паузу. Ну, грузировку мы пока не делаем. Все, с этого момента твоя задача набирать обороты. Каким образом? Сколько у тебя сейчас было? Примерно полоборота. Твоя задача сделать один. Вот я сейчас постараюсь три раза сделать один. А твоя задача надо хотя бы как-то сделать. Один оборот. Если начинаю на камеру и заканчиваю. Ну, или больше. Я сделал полтора. Но, ну, постараюсь выпустить. Один еще. Сейчас делаем два. Два с половиной. Идем. Два, один, два, четыре. Продано. Нет, я не сдал. Сколько, Марат, надо сделать, чтобы сдать? Три. Три оборота надо сделать. На такой поверхности точно. Мы ждем с Марата хотя бы один полный оборот. Нет, давай честно. Пока твой рекорд, пол оборот. Давай пол, плюс чуть-чуть. Гоу. Да. Хотя бы чуть-чуть, да. Это ноль. Это вырежу. Ебой. Это ровно полоборота и в конце развалился. Нам надо, чтобы ты завис. Завис. Обучение попытками придет. Давай еще, 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 еще. Это придет. Ощущение баланса, того, как правильно делать мах. Все нормально. Дальше только учиться повторять. О! Ну вот, уровень прогресса невероятный. Чего у тебя сейчас был? 180 и 90. Короче, три четверти. Запоминай ощущения. Ты весь мах съел, нога пошла вверх. Так. Отлично, Марат опережает темп. Мы сейчас делаем следующее упражнение. Бэкспин, супермен называется. Бэкспин, разворот, бэкспин, разворот. Через две руки вперед. Супермен. Давай, я, потом сразу ты. Делаем 4 направо, 4 налево. Мне бы вспомнить. Сейчас, подожди, вот я не помню. Мат. Сразу. И вдруг все стало непонятно. Go. Вот ты сейчас можешь сравнить, насколько ты уже научился туда делать. Потому что там у тебя уже прогресс, а тут у тебя ноль. Вперед. Пускай грязно. Делаем мах. Как грязно? Ты делаешь лучше, чем на ту ногу. Вперед. Да, еще раз. Очень неплохо. Так, мах, черепашку. Ой, я не стану. Что это надо делать? Ты дальше начнешь прогрессировать никуда.
Мне бы тебя просто съебали. Вот так. Раз. Занеси. Что я сказал? Под себя, да, который сам. Я... С разделённой? Разделённая. Да? И... Это делать? Да. Делать все так. Перевернись, поставь, вернись туда. Все равно я не знаю, мне не больно. И назад, и назад, и назад. Полностью переверну со мной. Сейчас назад переверну на первую. Да, да, немного. Вот так четыре раза. Туда и назад. Пускай ты делаешь три раза. Залез, вернёшь, да. Мах, очень хороший. Тут снова лежит. Где вас не устал? Что у тебя? Я сейчас работаю. Я сейчас работаю. Я сейчас работаю. Давай еще пару раз. Вот, все, очень сильно. Пока делай так. Нельзя, ты просто так. И все, как раз. Ага, и туда. Дальше мы двигаемся немножко позже. Марат продолжает делать дедспины три раза. Я делаю винбил. Окей? Сколько подходит? Давайте сейчас. Уже 10:25. Давай. Марат, 4 подхода. Я, ты, я, ты. Я делаю свое, ты делаешь свое. То, что ты делаешь. Супер! Супер! Вперед! Еще! Еще пару! Я? Стабильная половина плюс половинка. Три четверти стабильного марафона. Замедлилось. Три четверти прошло. Жесть! Ничего страшного. Поехали дальше. Попытай. Ладно. Поехали. Третий подход. Третий подход. Гоу. Мы 4 сделаем. Ух ты. Вот. Мы сейчас были просто хорошие, стабильные. А, 3 четверти оборота. Все, тебе только нарастать. Хотя бы ждем, когда ты первый раз в жизни делаешь оборот. Вдоль земли. Вдоль земли, которая первая нога, да. Вдоль. Во-во-во-во-во-во. Очень хорошо. Вас не удивляет качество прогресса? Человек, который 3 дня всего это делает. Да. Да я в целом. Алло. Алло. Так, мне тут плохо ловит, а мне там звонят.
Поэтому предлагаю гнать сауну. Марат, последнее, что можешь сделать, попробуй сделать. Заход. Да, надо так делать. Все, это знаешь, просто. Как будто вот. Вот это такое. Да, вот не попал. И ты начинаешь.